Работа кипит, асфальт плавится. Устоявшуюся в регионе жару дорожники обращают себе на пользу. Высокие температуры – самое время укладывать асфальт. В этом году в городе идут работы на 73 объектах дорожного строительства. Причем большую часть из них должны сдать уже в этом году. По проблемным вопросам с подрядными организациями фактически ежедневно, включая выходные дни, проводятся оперативные совещания с выездом на место. Есть небольшие срывы по выполнению графика работ, но в основном это связано в большей степени с коммуникациями и перекладкой сетей, как аварийными, так и локальными. Кроме самой дороги, на плечи подрядчиков ложится и благоустройство придорожной территории. Пока объект не сдан городу, именно строители должны следить за порядком на обочинах, косить траву и убирать мусор. С этой задачей подрядчики справляются на тройку, отмечает глава города Олег Фурсов. А потому дает поручение навести порядок до конца недели. Не устраивают мэры и темпы дорожных работ. Мы с вами должны все-таки до 20 августа, как договаривались, основные работы завершить. Нам крайне это необходимо. До 1 сентября, пока высокая температура, чтобы мы получили качественные дороги. Вы не все свои мощности используете. Нужно здесь наращивать темп. Подумайте, откуда людей перебросить или дополнительно нанять. На ремонт дорог в этом году выделено более 2 миллиардов рублей. Еще 400 миллионов пришли из вышестоящих бюджетов. Есть возможность увеличить эти суммы. Если работы в Самаре будут выполнены качественно и в срок, город сможет получить дополнительное финансирование за счет тех регионов, которые не успеют освоить средства, выделенные на проведение дорожно-ремонтных работ. Марина Матвеевна, Максим Гусев. События.